хорошего, назад отправляют. Я говорю, тебе куда назад, нахуй? Тебе только зашили, неделю назад, ногу эту дырку. В общем, так. А так тишина. Ну, слухи идут, и причем с разных источников, что полная мобилизация будет. Вот такая хуйня. То ли перед Новым годом, то ли после сразу. И типа, будем наступать, там, что-то такое вот. Короче, ждем наступления оттуда, и сами будем наступать. Вот все, что ну, слышно. Ну, здесь тоже, этот генерал, который ходит. Типа, давайте сначала окопаетесь, а потом в атаку пойдем, его. Ань, ты такой умный, ну, сам пускай идет в атаку, да. Ой, ну, слух был, что должны были вас сменить эти резервы, которые стоят, наши. Ну, походу... Астраханцы, видишь, сегодня, нахуй, рота одна готова, 30 человек, а остальные, короче, бухают, их там, местные потравили, заебли, нахуй, всех. Да и нам надо было так же хуй забивать, как они изначально, Да вот именно, Мы себя проявили, показали то, что, нахуй, воины света, Первый генерал, когда пришел, он вообще охуел, то, что здесь мобики стоят. Вы думали, там контрактники? Где, говорит, у вас позиция спецназа, Они вот, где мы стоим, где спецназ должен быть, Он так смотрит на Валеру, говорит, а ты контрактник? Нет. На второго, ты контрактник? Нет. Ашхаба стоит наш и говорит, они все, говорит, мобики. И он охуел? Здесь должно такая хуйня стоять, то урод, И фото ловушки, и ПВО, и вся хуйня у нас должна быть, А у нас ни хуйня, кроме лопаты, ничего нету, Ебануться, Вот это пи***ц, ни снайперов, нахуй, ни хуя ничего, да? Снайперов тоже нету, как обычно же, Получается, мы самые первые стоим ближе к хохлам. Ну, седьмая рота, да, все? Нет, именно наш взвод валовский, А малыш человек, от нас, да, где-то... Нас? Восемь даже? И всем похуй, да? Да. Пи***ц, знаешь, что надо сделать? На х***ца, просто прям х***ц добить, Это реально издевательство уже, полное. Мы не будем эту позицию удерживать. Ну, понятно. А каким х**ом ее удерживать? Кто ее будет удерживать? 8 человек, Вот это прям подстава, Хотя бы что там, не усилить ее как-то, чем-то. Хотя бы Нихуя народа нету. Нету. Подожди, ну, с батальона сколько народу сейчас? 3 роты так же? У нас здесь где-то человек 50 в батальоне. Охуеть. А там 400. Да? Это... Какие на штурмы? Знаешь, что самое интересное, генерал говорит, они увидят то, что мы в атаку пойдем. Бегут, Ну да, Братан, даже не вздумайте на штурм идти. Нахуй нет, надо. Нет, там... нет. 113-ю отдали. Отдали? Да, и 112-ю. Ебать. Что ж там за пи***ка стоят-то, Ахмат был. Знаешь, как получилось? Как мы пришли просто на 113-ю и заселились, там никого не было. А со 112-й сами убежали, видимо? Нет, так же вроде никого не было. Говорили, что тоже слушок мы сегодня вчера, что типа по телеку пи***ть, да пи***ть, а на самом деле там наши тоже отступили назад. Ну, где-то по фронту, Ну, пожалуйста, наши позиции отдали, ебаные в рот, Да, я мы ебаную кровь проливали,